Теперь по пачечкам отдельно продаются, но только я вижу с молоком. И это с молоком, и черника с молоком. Заглянула еще, девочки, в Fix Price. И сразу наткнулась на вот такую вот решеточку. Это для сковороды. И вот тут такая свечка. Я хочу ее сейчас поджечь. Пускай она чуть-чуть погорит. Я не знаю, как описать словами мое состояние. Но я кайфую. Вот. Все мое состояние. Кайф ловлю. Сверху посыпаем желток. Получается, как мимоза выглядит. Поэтому салат называется мимоза. Доброе утро, девочки мои. Выглядываем в окно, как всегда. На улице пасмурно, небо такое хмурое. Солнце даже и не предвидится, наверное, сегодня. Плюс 9 градусов. Листики опали. Видите, веточка свободная. Вот там вот наверху тоже листья опали. Внизу еще пока висят. Ну и оголились окна напротив. Так что теперь будем от окошек этих закрываться. Видно стало дом уже получше. Соседний тополь тоже уже освободился от листьев. И церквушку видно. Вот такое утро. Я уже видео вам смонтировала. Видео выводится. Сейчас кашу манную варю. Девочки, смотрю ролик. 24 октября, смотрите, в Крыму выпал снег первый и мороз минус 3 градуса. Ну ничего себе, если на юге такое делается. А что же у нас тогда в Ростове? Тоже, может быть, скоро выпадет снег. Это кошмар. Вот это погодка, да. Резко, резко очень. Там даже желтые деревья еще. Девочки, только я вышла на улицу, посмотрела на небо. Смотрю, там туча черная. А там небо чистое, там солнышко светит. Вот такие дела. В общем, я, недолго думая, решила выйти сходить по-быстрому в магазин, пока не началось. Посмотрела прогноз погоды, думала, что ж такое. В воскресенье в Крыму снег выпал, да, и минус 3 градуса. Что у нас с погодой? А у нас, девочки, сегодня до плюс 10. А ночью температура опустится до минус 4. Так что мимо нас этот циклон не пройдет. В общем, я так думаю, что завтра будет похолоднее. Завтра тоже ночью будет минусовая температура. И уже, наверное, скоро перелезем мы уже в зимнюю одежду, пальто, сапоги. Я думаю, не за горами. Хотя, возможно, еще и потепление будет. Все-таки мы живем на юге. Какая-то туча непонятная, вроде осадков не предвещает, но кто его знает. А может быть, это холодный циклон. В общем, я иду в магазин. Забежала я в Пятерочку, девочки. Вот я беру мюсли. Вот эти мюсли чуть-чуть дороже стоят, но вот эти мне нравятся больше, чем вот эти. Хотя вроде запеченные с орехом тоже и тоже. Но вот эти я беру. А вот чего я раньше не видела, что вот эта моли каша, которая мне, она нравилась, ну, в принципе, нравится. Теперь по пачечкам отдельно продаются, но только я вижу с молоком. И это с молоком, и черника с молоком. Но она стала дороже, уже стало неинтересно. Раньше 9 рублей пачка получалась. Цена на картофель рассыпной 46,59. Ну так-то, в принципе, неплохой картофель. Можно выбрать тут. Заглянула еще, девочки, в Fix Price. И сразу наткнулась на вот такую вот решеточку. Это для сковороды. Экран от брызг 77 рублей стоит. Раньше не видела здесь такого. Что тут еще новенького появилось? Сейчас я посмотрю. Вот тут разнообразные формочки. Вот такие малюсенькие для чего-то, ракушечка. Недорогие контейнеры разные есть. Ну, вот такой. Но он, правда, не очень слишком большой. Смотрите, какие носки теплые. 199 стоят. Очень-очень теплые. Тут такие пупырочки силиконовые. А внутри прям вот какой мех вообще. Это у кого совсем холодно-холодно дома. Но есть вот такие вот просто вязаные. Но тоже стоят 199. А вот это детские, беленькие, 77. Теплые шарфы есть по 199. Такой вот прям теплый-теплый, пушистенький.
Классный. Вспомнила я, что Настя просила меня купить перчатки. У нее варежки есть, но вот она хочет перчатки. И я вот смотрю, 99 рублей, 6-7 лет. Только здесь почему-то две пары вместе. Это что, две пары стоят 99? Сейчас я спрошу, узнаю. Это самые маленькие, какие я тут увидела. Другие уже есть побольше. И побольше ей будут большие. Ну, вообще, я смотрю, перчаток появилось много. Варежки, перчатки, цены разные. Тут их вообще внизу навалено, тут надо рыться. Но я не вижу особо детских, маленьких. Это вот единственное нашла. Но детские есть варежки. А зашла я, собственно, сюда для того, чтобы посмотреть, что тут из вышивок есть. Но я смотрю, что это краски, это песок. Вот это вот нитки, но это руками делается с помощью гвоздиков. И я хочу, чтобы Настя научилась держать иголку в руках. Пластилин для маленьких. Это рисунок пластилина. Такая штука есть, разукрашка. Все, больше ничего нет. Я смотрю, тут еще зимние шапочки есть по 200 рублей, 250, но это панамка, да? Вот прикольно, интересно. Пушистик такой. И вот такая чуть потемнее есть. Есть такие фетровые, но цвет не очень. В общем, зимние появились. Вот такие шапочки с бубончиком есть. Вот такая шапочка. Вот такая. Это вообще 55 стоит дешевая. И какие-то детские еще есть такие вот. Такая вот вязаная. А это что-то такое, не знаю, что за шапка. Это играть в нее для утренника или что. Но она тепленькая для утренника. Ну, вот такие разные штучки есть для Хэллоуина. Тыквочки. Вот костюмчик такой для девочки на утренник. 299 рублей он стоит. Тыквочка такая. Девочки, сходила я по-быстрому в Пятерочку, потому что я думаю, так, пока до часу там 10% скидка, думаю, надо быстренько сходить. И взяла по случаю вишневое варенье. Мы все варенье уже с Настей поели, ну, доели. Это малина. Не было клубники, я бы еще клубничку взяла. Взяла гречку такую, селяночка. Любимые мюсли взяла. Сметана 15%. Сервелат финский. Вот я люблю финский сервелат или салями финское. Мне нравится с можжевельником. Отрубной батончик. Ну и также в Пятерочке я взяла уже по случаю лук, немного картошки, капуста и морковка. Ну а в Фикспрайсе вот я взяла две пары за 99 рублей. Здесь действительно две пары. Они вот скреплены вместе. Меня это удивило, вообще дешевые. Ну пускай одна варежка потеряется, три останется, все равно будут запасные. В этом плане это хорошо. Ну, я взяла такой недорогой блокнотик для записей. Я пишу, что купить, там всякие заметки делаю. Девочки, сделала я дозаказ от Faberlic. Дозаказ делается в том случае, если вот когда я делаю весь заказ, и вот то, что меня заинтересовал какой-то продукт, а его тогда в наличии не было. Я ставлю там галочку «Уведомление», и вот потом приходит уведомление, когда появилось в наличии то, что меня интересует. И, в общем, таким образом я сделала дозаказ. А чего не было, я вам хочу сказать. Не было в наличии вот этой свечи. Это вот серия, о которой я вам говорила. Это релаксирующее, успокаивающее для сна хорошего. И вот я решила, что эту свечку надо мне приобрести. Вот так она выглядит. Она закрыта крышкой. И вот тут такая свечка. Я хочу ее сейчас поджечь. Пускай она чуть-чуть погорит. И я вам скажу, что я чувствую, какие запахи. Поставлю ее сюда. Пусть она немножко горит. Что об этой свечке тут написано? Ароматическая свеча. Притягательная мускусно-амбровая композиция создает романтичную атмосферу, наполняя комнату уютом. Чувственный умиротворяющий аромат с тонкими нотами бергамота и благородной лаванды обладает расслабляющим действием. Композиция раскрывается облаком роз и иланг-иланга, приглушенными сладковатыми нотами аниса. Завершает композицию шлейф из теплого сандала, душистых пачули и элегантного мускуса.
Ну, в общем, я думаю, что такая свеча хорошо, когда она вот немножко прогорит и перед сном, или просто, знаете, такое хочется, когда успокоиться, расслабиться. Я вот захотела, чтобы она у меня такая свеча в наличии была, но это еще не все. Что еще я заказала из этой серии? Значит, заказала девочки расслабляющие крем-масло для душа. То есть тут нужно будет просто на влажное тело нанести, помассировать и смыть водой. И тоже вот релаксирующее свойство имеет вот этот вот крем-гель. И еще крем-вуаль для тела. То есть это также уже можно после того, как искупалась, нанести вот этот вот крем-гель, крем-вуаль. Окутывает кожу вуалью нежного аромата и заботится о ней перед сном. Масла и активные компоненты питают, смягчают и делают кожу нежной. Пока вы спите, ваша кожа совершенствуется. Вот, ну, в общем, здесь тоже написано, какие, что в состав входит. Но тоже все это, вот, знаете, как идет мелатонин. Мелатонин в основном. Тут даже написано мелатонин. Восполняет запасы мелатонина в организме и, в общем, успокаивает. Но это еще не все, что я заказала. Вот сейчас я уже чувствую аромат свечи, такой приятный, такие благовония, классные. А что еще я заказала? Заказала, решила попробовать кофе. Кофе я пью растворимый, там есть молотый, но молотый я не пью, так как холестерин, чтобы не повышался, поэтому я употребляю растворимый кофе. Решила попробовать Family Club и вот эти вот кофе. Чем они отличаются? Один утренний, другой дневной. Так, какой? Вот это утро, вот это утро. Тут написано кофе растворимый, длительная бодрость. А вот это день, кофе растворимый с молотым, легкая бодрость. То есть уже утром взбодрились, а потом уже можно взбадриваться так по чуть-чуть, поддерживать, скажем, бодрость. В общем, я их попробую оба и скажу вам потом позже, что мне понравилось, что больше понравилось, есть какой-то эффект или нету эффекта и так далее. Ну и все, в общем-то, на дозаказике я еще взяла вот такую помаду губную, это бесцветная с таким легким блесточком, такую я брала Насте, решила взять себе такую же. А Настя решила взять еще апельсинку, это детская вот такая апельсинка с запахом, оранж написано, и пусть у нее будет вторая, запасная на всякий случай. И взяла ампульный концентрат для возрастных волос. Две штучки. Пусть они у меня тоже будут. Две штучки дешевле, чем одна по акции. Все, мои хорошие. Сейчас я пойду купаться. Хоть сейчас и не вечер, только день. Но мне уже не терпится, честно говоря, испробовать вот эти вот средства. Гель для душа и крем-вуаль после душа. И попить кофе тоже хочется. Ну, еще у меня стирка, так что попозже мы с вами увидимся. Так, ну а что у меня со свечкой? Ну-ка. Да, такой легкий-легкий приятный аромат. Ну, вообще, я заметила, что вот эти средства и спрей, которые у меня есть такой для воздуха, они все обладают таким запахом, как в спа-салоне. И это приятно, когда вот такую свечку можно включить, она погорит, аромат такой сделает в комнате. И все, расслабились и получайте удовольствие. Все, мои хорошие, попозже я к вам вернусь. Все, девочки, я искупалась, решила попить кофейка. И вот я выбираю вот этот кофе, который идет легкая бодрость. Это с молотым. С молотым, легкая бодрость написано. Это день. Утром я уже кофе попила, так нормально попила. Поэтому выбираю сейчас облегченный вариант. Ну и посмотрим. Так, немножко горячий, немножко не горячий добавлю. Посмотрим, что на вкус это. Девочки, кофе очень нежное, такое мягкое. Мягкое кофе. Это как раз для дня, день. То, что нужно. Но я решила для полного счастья уже нанести ночной крем, хотя еще пока не вечер, но время уже послеобеденное, сейчас несколько часов и будет уже вечер. Тем более, что я сегодня не выспалась. Я сейчас доделаю свои дела, стирку запущу и, в общем-то, лягу, буду отдыхать. У меня сегодня все дела сделаны. Я специально сходила пораньше в магазин, чтобы уже управиться со всеми своими делами. Так что я уже дома. Никуда не собираюсь выходить и уже получать удовольствие так вполне. Да, я же искупалась.
вот этим вот средством, который крем. Хочу вам сказать, для купания гель вот этот крем, он такой, как молочко, и хорошо распенивается. Вот я его нанесла на тело и смыла. И здорово. И сверху нанесла вот этот вот крем-вуаль тоже на все тело. И сейчас я просто кайфую. Я не знаю, как описать словами мое состояние, но я кайфую. Вот все мое состояние. Кайф ловлю. Ой, такие ароматы, запахи в комнате. Я просто балдею, честно говоря. Вот это вот действительно как в спа-салоне. Заходишь и такой релакс, расслабляешься. И получаешь удовольствие от жизни. Так что я сейчас все сделала. Стирку запущу, покушаю и лягу смотреть телевизор. А может быть, вздремну чуть-чуть. В общем, вернусь я к вам позже. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась, выспалась. Хочу вам сказать, я вчера пробовала вот эти все штучки, там и свечки, и мист, и искупалась вот в этом всем релаксирующем. Я же должна вам сказать, как повлияло. Ну да, работает, я так думаю, потому что я спала вот с 10:30 и до 5, вообще ни разу не просыпаюсь, спала спокойно и проснулась уже выспавшись. Но я так думаю, что 6,5 часов, это, наверное, мой потолок, но во всяком случае ни разу не просыпалась, это уже достижение какое. А сейчас я пью кофе, я дегустирую. Значит, вчера я попробовала кофе день, я смотрю, здесь вот три зернышка. Мягкий кофе, хороший, мне понравился. А сейчас уже утро, и я пробую кофе растворимый. Здесь 5 зернышек, это более крепкий. Утро, для бодрости. А что я хочу сказать? Вот это кофе, которое утро, оно покрепче. Для тех, кто утром встал, кофе выпил и побежал на работу, скорее всего, вот это вот кофе больше подойдет, потому что ну, оно как бы крепче и как бы быстрее приходит бодрость. Да? Ну, а если вот как я сижу на протяжении там какого-то времени, никуда не спешу, раскачиваюсь потихоньку и пью не одну чашку и не две, поэтому для меня он крепковат. Поэтому я вот как бы... если бы из двух выбирать нужно было бы, то я более легкий выбрала бы вот этот с молотым, при том, что там на донышке чашки остается еще вот этот не зернышки, а вот это вот осадок такой молотого кофе. Ну, он просто более мягкий такой, мягче. Вот. Ну, а вообще оба кофе мне понравились, но второй все-таки, который вот дневной, понравился больше. А еще я сейчас взяла и намазала вот эту помаду. Такую же помаду я для Насти заказывала. А еще одну вот эту же я заказала себе. Которая клубничкой пахнет. Вот такая вот она симпатичная, светло-розовая. Она немножечко как с блесточками. Чуть-чуть она блестит. Поэтому, кто не любит губы красить помадой, если не хотите ничего яркого, просто вот блесточки такие, чтобы были. Вот такая неплохая. Ну, это мне вот как дома я бывает хожу. Или вот я решила сейчас взять, начать утро с такой помадой. Вот, ну все, я сейчас продолжаю пить кофе. Пока что сижу еще раскачиваясь, но уже подумываю, что хочу я сделать салат мимоза. Девочки, кто салат этот не знает, как делать, в общем-то, можете остаться со мной и вместе с вами сделаем. Но для начала, значит, на баночку консервированной рыбы, консервы там или в масле, или в собственном соку лучше всего. Мягче всего, конечно, вообще вот в этом блюде это сельдь натуральная. Ну, можно взять скумбрию, там сайру, любую, какую нравится вам рыбу, которая в натуральном собственном соку желательно. Еще понадобится небольшая луковица, 4 яйца. И 2 средние морковки. Яйца и морковь нужно отварить. Вот сейчас я поставлю пока варить как раз-таки яйца и морковь. И попозже уже сделаю салатик. Захотелось мне что-то такого салатика рыбного покушать. Да, ну туда еще нужно будет добавить майонез, либо сметану. А лучше всего, когда майонез со сметаной пополам смешать. И получается, что тогда не такой он как бы резкий, как майонез. И в то же время сметана, она смягчает вкус. В общем, получается получше все это.
укладывается слоями. Это если вот на стол, на праздничный стол, а если для себя, можно сразу все это перемешать как бы в одну массу и все. Ну что, выглянем в окошко, девочки, посмотрим, что у нас сегодня утром. Сейчас я смотрю, расцветает. На моем градуснике плюс 2, хотя в Яндексе показывает сейчас минус 3. Посмотрим, посмотрим. На улице тихо, ветра нету. Небо чистое. О, даже луна еще виднеется. Хотя уже встает солнышко. Солнышко уже поднимается. Но сегодня должно быть ясно. Ну, может быть, облачно ясно пополам. Вот деревья уже опустили. Видите, как такая вот у нас сейчас погода. Да, прохладненько. Надо уже одеваться прям по-зимнему. Днем будет не больше плюс 9. У меня уже яйца варятся. Я уже морковку подготовила, помыла. В общем, пока кофе пью, будет все это вариться. Потихоньку потом сделаем салатик. Ну что, девочки, готовы делать мимозу? В общем, для мимозы я взяла вот эту вот скумбрию в собственном соку. Красная цена. Вот как раз мне было интересно ее продегустировать. Я ее покупала как-то в магазине. Но пахнет она хорошо. Кусочки здесь целенькие. Так что она очень даже вполне подойдет для мимозы. В общем, я взяла вот такую специально прозрачную мисочку, чтобы было все хорошо видно. Вилочкой вот это все я беру вместе с жижей, для того, чтобы это салат был не очень сухой. Потому что если очень сухой, придется очень много майонеза добавлять. А это нежелательно. Вот, поэтому сейчас я все это вилочкой измельчаю. И потом нарежем лук. Измельчаю специально вилкой для того, чтобы кусочки все-таки маленькие, они попадались, чтобы это чувствовалось не сплошная какая-то масса, а что эта рыба там есть. Кости здесь мягкие, они все тоже мнутся прекрасно. Так, ну все вроде бы готово. Все, на донышко вот так вот. Я сейчас делаю не очень аккуратно, потому что это я не на праздничный стол делаю. Когда делаете на праздничный стол, тогда делайте слои аккуратненько, чтобы была просто граница каждого слоя видна хорошо. Так, откладываем в стороночку. Я взяла луковицу вот такую, но можно взять любую другую. Небольшую луковицу, если целую, если большая, то вот половиночку беру. Сейчас я меленько ее порежу. Небольшими такими кубичками, чтобы оно хрустело чуть-чуть на зубах, но не крупные были кубики. Вот примерно так. Вот так. Сейчас я всю луковицу измельчу вот таким вот образом. Лук я не стала весь резать, вот кусочек остался небольшой. Решила, что вот этого будет достаточно. Но лук это на любителя, кто как любит. Вот так и делает. Кому-то, может, побольше нравится. Но мне не нравится сильно много лука. Поэтому я вот так вот решила, что этого хватит. Так, вот так сверху лучком посыпали. Все, разровняли. Так, ну а теперь я беру терку крупную. Вот такую. И на крупной терке морковочку надо натереть. Морковку варить надо так, чтобы она не разварилась, чтобы она не была чересчур мягкая и не прям не раздавливалась в руках, как квашня. Но в то же время, чтобы была мягкая. Поэтому я ее протыкаю, когда варю. Вот она нормально как раз сварилась. Вот она морковочка у нас вареная. Так, сверху посыпаю вареной морковкой. Вот это дело. Вообще взяла в этот раз я морковки не очень маленькие, такие больше среднего. Почему-то я решила, что раз я сейчас на диете, то морковки мне лучше кушать побольше, наверное. Все-таки полезная вещь. Я так вареную морковку вообще не люблю. Но думаю, что с салатом она будет вкусной. Поэтому я решила ее сделать побольше. Ну и из-за этого я сделала не 4 яйца, а сварила 5 яиц. Ну, в любом случае, пятое
как на всякий случай. В общем, я думаю, 5 яиц все я их сейчас и сделаю сюда. Так, морковка. Слой морковки у нас готов. Теперь яйца на той же самой терке потрем. Я один желточек отложила в стороночку. И сейчас просто яйца вот так вот потру на той же самой крупной терочке. И посыплю сверху морковки. Все, я натерла яйцо. И хочу вам сказать, я давно не делала, конечно, эту мимозу. И совсем забыла, что сверху-то будет майонез. Для того, чтобы это было ярусами цветными, то после лука нужно положить лучше яйцо сначала, потом морковь, а потом майонез. Тогда будут такие вот слои разных цветов. Ну, для меня это сейчас не страшно, так как я делаю этот салат для себя. И я его в конце концов просто перемешаю. Поэтому я все это делаю так произвольненько. Так, и еще можно чуть-чуть присолить. Но если делаете майонез, лучше, наверное, не солить, особенно если вы любите недосоленно. Беру я провансаль легкий, 20%, это от Faberlic. И майонез легкий, 15%, это майонезный соус. Это я брала в магните. Я чисто майонезы вообще не употребляю, потому что они жирные. Если бы был чисто майонез, то я тогда его сделала пополам с сметанкой. Но так как здесь 20% майонезный соус, то я думаю, что сметанка тут, в общем-то, и не нужна. Так, я сделаю и один, и другой. Солить пока не буду. Я думаю, что мне этой соли хватит, будет достаточно. Но если нет, я тогда потом присолю. Так, ну сейчас я, девочки, все это перемешаю, потому что я это делала для себя. Хотя я же еще хотела вам показать, как украсить можно. Я думаю, многие делали уже эту мимозу, многие знают. Но если кто не знает, то я покажу. Так, выравниваем вот эту вот белую поляну, чтобы она была ровненькая. И потом на вот этой вот меленькой терочке сверху посыпаем желток. Получается, как мимоза выглядит. Поэтому салат называется мимоза. У меня соседка приехала из деревни. Она там ела только яйца деревенские. Приехала, говорит, что это за яйца? Какого-то непонятного цвета, непонятной консистенции. Как их можно есть? Я говорю, да мы привыкли нормально, но это надо более равномерно так сделать. Но когда она сказала, я да, действительно обратила внимание, что яйца, желтки не настолько желтки, желтые, например, немножко они какие-то другие. Вот, ну, в общем, примерно вот так выглядит этот салат. Конечно, это нужно сделать поаккуратнее, поровнее. Но мне это не нужно, я салат хочу перемешать и покушать его уже в конце концов. На завтрак у меня была сегодня каша манная. Она вот сейчас уже обед приближается. И мне что-то так захотелось вот этого салатика. Вот. И сейчас я его буду есть. Все, девочки, перемешала я все. Чуть-чуть попробовала. Мне кажется, что совсем солить не надо. Ну-ка, давайте попробуем. Тарелочку положу. Вот так вот вазочка получилась. Честно говоря, мне перемешанный салат нравится больше, чем когда он слоеный. Тут уже точно равномерно все достанется. Так, ну я пробую. Очень вкусный и очень нежный. Чуть-чуть недосоленный, но для меня это то, что нужно. Я не буду досаливать. Я думаю, что и не нужно его досаливать. Все, мои дорогие, покушала я салатик. Салат такой получился нежный, такой вкусный. Мне кажется, самый вкусный салат у меня получился за все время, сколько я его делала. Но, может быть, это потому, что я его весь перемешала, и все ингредиенты, они как бы перемешались равномерно. И хорошо, что я не сделала весь лук, что я оставила кусочек. Получилось лука умеренно, нормально. Морковки в этот раз покрупнее морковочки у меня были. Еще одно яйцо. В общем, как-то вот это все вместе
получилось у меня очень вкусно. Я ничего больше не досаливала. Соли вполне достаточно. Как раз такое малосольное и очень нежное такое получилось блюдо. Поела с удовольствием. Захотелось добавки, но я воздержалась. Переедать не нужно. Вроде ж как пытаемся худеть. Я лучше попозже поем, потом еще разок, может быть, вечером поем. Вот. Ну и сейчас все это я запила чаем. В общем, класс, получила удовольствие. Попробуйте, сделайте мимозу, кто не делал, а кому-то, может быть, захочется разнообразить просто свои повседневные какие-то блюда. Не обязательно ждать праздника, просто для себя можно сделать такое вот классное, приятное блюдо. Делается легко и очень быстро. Вот, ну и все, мои хорошие, на этом я видео свое заканчиваю. Показала вроде все, что хотела. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. Все, что я вам показывала до заказа, вот этот вот, все эти мне вот средства, все понравилось, все такое вот здоровское, все очень классно. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.